Всем привет! Я в Ашане. Много-много цветочков, смотрю, завезли. Ну, для дач. Фаленопсисы. Очень даже красивые. Попугайчик есть. $544 они. Вот красавчик. Очень красивый. Тоже $544. Столько интересных цветов, я даже таких не знаю, не видела. Камнеломка называется. Ну, какой интересный. Бордовенький и беленький. А, тоже камень, камнеломка. Очень много людей. Красотки. Вот у этого тоже же есть тоже есть название, правильно? Очень красивый. Вот такой. $555 он. Навезли и навезли, и не было. Очень много. Капуста. Здесь уже кабачки,
земляника. Кабачки огромные. Огурчики. Очень много всего интересного. Это Ашан, теплый стан. Пахнет так, знаете, как будто я в лесу. Прям лесом. Какая прелесть! Анаша, шутка. Гортензии по 199 рублей. Вот чем пахнет. Лилиями. Это что за прелесть такая? Посмотрите, какая красота. Земляничка цветет. Вот, видите, правда написано. Драцена, спираль. А я всегда бамбук, бамбук. А этот какой-то варигатный, что ли. Может, пока. А может, и правда варигатные листочки. Значит, вот здесь получается в Ашане красивый очень вот этот, и который я показывала. Похожий на кота, но это не кот. Или на клёпу похож, но это не они. Вот еще здесь один такой же. У него тоже есть название. Вот у меня девчонки спрашивали про туи. Вот они, туи. И цена на них вот такая.
много туи. Вот так. Давайте здесь посмотрим. Пеларгония. А я всегда думала, это герань. Ой, какие красивые и нежные. Платье Кодон 225 рублей. Хризантемы какие интересные. Так, ну пойдемте посмотрим, появились ли препараты. Вообще, по идее, должно быть очень-очень много. Так, но я давно не наблюдаю, знаете, фитолавин. Давно его нет. Ну и сейчас вот в Ашане на теплом стане нет. Рибава и триходермы тоже не вижу. Витарос есть, вот витарос по 11 рублей. Нет, нет. О, смотрите, в Ашане появился Серамис. Я, честно, раньше не видела. Правда, цены на него нет. А, ну мы можем с вами дойти рядышком. Сейчас я пройду, посмотрю. Ну, Серамис обычный, не для орхидеи. Ну, можно мешать с корой. Сейчас я посмотрю вот эту полку и потом пойдем с вами посмотрим. Мох. Вот такой вот. Ну, такой он пушистенький, неплохой. Оно это Морис Грин. Бывает хорошее качество, бывает плохое. Так, значит, агроперлит, дренаж. Перлита очень много разного. Скорлупа грецкого ореха. Кокосовый субстрат. Но мне нравится вот тот, который для животных. Я в Ашане покупала тогда за 125-135, не помню. Вот он мне понравился. Так, здесь тоже препараты.
Еще надо один полез. Скор, бактофит. Говорят, тоже бактофит очень хороший препарат. 20 рублей получается. Нет, рибава нету. Так, удобрение. О, какой гусь! Красавчик, смотрите. Вообще. Сколько стоит? Гусь мультяшный 1829. Гном 2428. И лягушка тоже квакушка. Смотрите, 1054. Я считаю, это вообще недорого. Вот такая глазастая, лупоглазая, веселенькая. А, ну вот появились вот эти вот розовые птички, фламинго. Они вообще дешево стоят, смотрите, 872 рубля. Но они пластмассовые, легкие. Но прикольные. Гусь, ну гусь же не пластмассовый. Нет, тяжелый. И так дешево стоит. Так, ну давайте пойдем посмотрим, сколько стоит. О, какая прикольная штука. Смотрите, на крышу дома. Ключ. Или это не ключ? Ну, петушок. Так, сирание сад уже прошла мимо. Вот 2,5 литра. Ой, так жарко. Вчера было холодно. Сегодня тепло. Непонятно, как одеваться. Сейчас выйду на улицу, холодно будет. Так. Два с половиной литра. 1 килограмм. 435 рублей. Вот. На место положу и пойду. Дойду до Икеи, потом до Оби. Все, на этом всем пока. В этом видео в Ашане пока. До скорых встреч!